Ну что, Йору, проверим, кто из нас круче? Проверим. Но я выиграю. 5 защитников? А должно быть 10. Тогда бой станет равным. Если они не перестанут воровать наш радионит, я восприму это как личное оскорбление. Феникс, хоть раз в жизни попробуй подождать своих. Я знаю, ты сможешь. Ха. Они даже Чембера вытащили из его крутого кабинета. Аж отсюда чувствуется запах его одеколона. Астра, направляй их всех ко мне. Я готов. Неон, давай со мной. Дадим противнику фору. Их Кайо Радиантов убивает? Ну, посмотрим. Посмотрим. Кайо, я тебе поражаюсь. Скай, это было прям... Это было неплохо. Прикрой меня, Чембер. Осторожнее с их Неон, она шустрая. Покойся с миром, Неон. Увидимся в следующей жизни. Ложный телепорт. Ложный телепорт. Брим, мы не можем больше ждать. Нам нужны новые разведчики. Нельзя вечно рассчитывать на сову. Знаю, ты ему доверяешь, и он действительно хороший агент. Но он у нас один. И нервы у него не железные. Но сам он, конечно, признаться в этом не осмелится. Из страха подвести тебя. Сеть Сайфера бесценна. Но это всего лишь средство. Агентов она не заменит. Мы проигрываем, Брим. Ты в курсе? Именно поэтому нам нужно больше информации. Больше глаз. Иначе мы покойники. Газ не запускается. Газ не запускается. Бримстоун, я не понимаю. Мы надежно скрывались, но шантажист все о нас знает. Он не раскрыл наше досье, но может это сделать. И сделает. У Сайфера есть конкуренты, но это точно не кто-то из них. Он говорит, что шантажист его впечатлил. А уж если Сайфер под впечатлением, то у нас масса поводов для беспокойства. Планы на Омегу нужно отложить. Мы слишком уязвимы, чтобы воевать на два фронта. Сперва надо разобраться с шантажистом. Мы должны найти его. Живым или мертвым. Командир, вы запросили мои рекомендации по группе захвата для поимки нашего шантажиста. Помимо самого себя, я советую поручить это дело Сайферу. Только он сможет организовать наблюдение за целым городом. Чембер займет выгодную позицию и обеспечит нам огневую поддержку. У Брича есть опыт захвата пленников. Это нам на руку. Скорость Неон тоже понадобится. Кстати, ей бы не помешало отдохнуть от Киллджой. Они проводят слишком много времени в лаборатории. А Кая согласился пилотировать стервятник. 5 будут на земле, 1 посодействует с воздуха, и все получится. Мы призовем шантажиста к ответу, Бримстоун. Обещаю.